Для прецизионной, высококачественной и продолжительной пайки требуется соответствующий паяльный инструмент. Паяльник XR31, выпускаемый под японским брендом Good, представляет собой легкую высокоэффективную модель, специально разработанная для высокоточной продолжительной работы электроники. Основная особенность паяльника – это его цилиндрический керамический нагревательный элемент, который увеличивает свое сопротивление с ростом температуры нагрева. Это свойство нагревателя используется двояко. Во-первых, форсированная передача мощности на стадии нагрева приводит инструмент в рабочее состояние гораздо быстрее, чем при использовании нехромовых нагревателей, всего за несколько секунд. Во-вторых, становится возможна пайка массивных соединений и многослойных плат на невысоких температурах, что является условием обеспечения надежности. Еще одной конструкционной особенностью паяльника является быстрая смена жала на гайкой. В комплект с паяльником входит остроконечное многовечное жало BX50RT-B, которое можно легко проводить работы по пайке очень мелких элементов на печатной плате. К тому же паяльнику подходят все 12 видов долговечных жал серии BX60RT с толстым стволовым покрытием, определить подлинность которых можно по специальной лазерной гравировке. Еще можно выделить антифрикционную накладку из пененной резины на ручке для более комфортной работы и теплоизоляционный карболитовый колпачок, который можно приобрести отдельно. Таким образом, паяльник XR31 по праву является профессиональным паяльным инструментом, работая которым вы всегда будете уверены в его надежности и долговечности.